Итак, друзья, что такое проект iBlogger? То есть, прежде всего, если взять техническую часть, то это Telegram-бот, в котором происходят все движения. То есть, что у нас есть? У нас есть общий чат. У нас, когда любой из людей регистрируется, да, в нашем боте, он обязательно подписывается на наш Telegram-чат, на наш Telegram-канал и на наш YouTube-канал. Зачем это сделано? Это сделано для, опять же, простоты построения бизнеса, чтобы люди максимально получали информацию, да, правильную из достоверного источника, из официальных источников, чтобы можно было моментально присоединиться к той или иной встрече, к тому или иному обучению. То есть это важно. То есть при регистрации, когда вы кому-то отправляете ссылочку на iBlogger, вот, обязательно идет подписка на три наших ресурса. То есть это Телеграм-канал, общий чат и YouTube-канал. После того, как человек, соответственно, зарегистрировался, подписался, у него появляется меню, рабочее меню бота, где, соответственно, есть различные функции. Есть у нас кошелек, то есть здесь в кошельке у нас есть информация, да, здесь эта информация еще будет более расширенная, да, ну, что здесь основное есть? Это ваш ID, то есть это такой важный момент, да, с помощью вашего ID можно отправлять, получать донат. То есть, если вам, допустим, кто-то отправляет ID, да, вы можете по нему отправить этому человеку донат. Здесь есть ссылочка на пригласителя, то есть, когда ваши люди будут регистрироваться, да, по вашей ссылке, здесь будет указан ваш логин Телеграма. То есть, обязательно необходимо в настройках своего Телеграма указать логин, да, если у вас он еще не указан, ну, так называемый никнейм, чтобы он отображался, чтобы ваша первая линия, если вы строите бизнес через интернет, да, делаете там какой-то контент, записываете, рассылаете его, либо там выкладываете на ваших информационных ресурсах, когда люди переходят, чтобы они могли с вами связаться. Далее, лично приглашенные, личные подписчики, даже так это можно назвать, да, здесь количество этих подписчиков, да, и сколько из них у вас фри, то есть неоплаченные те люди, кто еще никаких действий не сделал, просто наблюдает, изучает, смотрит. Далее это ваш статус. Дальше я проговорю, что такое статусы, зачем они нужны, как их активировать и как с помощью этих статусов получать плюшки, фишки и как зарабатывать. Также здесь есть подписка, то до какого числа она активна, то есть у нас используется в нашем клубе, да, в нашем бизнес-клубе iBlogger используется подписная модель. Подписка ежемесячная, стоит она 100 рублей, но для всех тех, кто строит бизнес, кто развивает команду, есть классный плюс, что все вот эта сумма, да, которая идет на активацию подписки, она распределяется полностью, то есть по сети. То есть вы будете зарабатывать деньги, да, с каждого вашего подписчика, кто активировал подписку. А дальше я расскажу про маркетинг-план, какие у нас есть виды бонусов, какие проценты и так далее. Здесь мы видим баланс. Это тот баланс, который доступен для вывода. И, соответственно, суммарное количество донатов, которые вы получили. Что такое донаты, я также буду рассказывать. Здесь какие еще есть функции? Есть кнопочка «Пополнить баланс». Когда мы ее нажимаем, здесь есть, ну, оферта, да, с которой мы соглашаемся. Например, нажимаем «Да», пишем сумму, на которую мы хотим пополнить баланс, да. Нажимаем «Отправить». И здесь на данный момент есть платежная система Payeer. Это международная платежная система, которая полностью позволяет автоматизировать бизнес, то есть платежи различные с помощью Payeer. Вернее, Payeer можно пополнить различными способами, криптовалютой, самой топовой. Да, Payeer, рубли, доллары, евро можно приобретать через обменники, точно так же выводить. То есть классная платежная система. Плюс ее в том, что она абсолютно ликвидная и автоматизированная. Да? То есть здесь есть мобильное приложение, которое вы можете скачать на свой iPhone, на Android и, соответственно, его использовать. Также, если у вас Payeer нет, рекомендую его создать вот по кнопке «Создать кошелек». То есть нажимаете, там просто следуйте инструкциям, потом себе скачаете мобильное приложение. Это нужно для того, чтобы оплачивать участие, да, то есть делать донаты в нашем сообществе и чтобы получать донаты, да, чтобы выводить их себе на Payeer, дальше выводить на свою банковскую карту, на Kiwi, да, либо там трансформировать это в криптовалюту и так далее. Я думаю, здесь все понятно. Дальше есть кнопочка «Вывести средства». Здесь также необходимо будет указать кошелек Payeer, указывайте кошелек, и можно будет на него моментально
за одну секунду выводить ваши донаты, которые к вам поступают от команды. Дальше кнопочка «Отправить донат подписчику». Это наш внутренний перевод, то есть мы можем переводить, соответственно, между участниками друг другу делать донаты, да, переводы так называемые. Переводы здесь беспроцентные, внутренний перевод, то есть без комиссии. Перевод на кошелек Payeer, вывод 10%. Почему сделано так, что внутренний перевод без процентов, а, соответственно, через платежную систему там 10% комиссии? Сделано это для того, чтобы клуб максимально развивался. В каком ключе, то есть, ну, почему так сделано? Вы можете за полученные донаты, которые к вам приходят от команды, реализовывать прямо внутри сети. То есть тем самым расширять свою сеть и еще больше зарабатывать. Соответственно, лидеры, да, кто выстраивает огромные команды, да, кто владеет этими навыками построения, да, больших команд, они, соответственно, у них вот эта внутренняя единица, да, наша, то есть она никогда не задерживается. Но, соответственно, если у вас нет команды, да, какой-то большой, если там, ну, особо спроса нет, то вы можете моментально вывести на Payeer, но для этого нужно будет заплатить 10%. Соответственно, если вы строите сеть, то вы получаете дополнительные плюшки. Если сеть особо не строите, то, соответственно, придется заплатить комиссию. Опять же, эта комиссия, она идет на развитие проекта. Сейчас у нас готовится большой такой промо-кейс, да, где будет различные промо-материалы, видеоролики, баннеры, да, которые вы сможете использовать для продвижения. Движемся дальше. Что у нас есть еще в кошельке? Какие функции? Есть кнопочка «Моя команда», нажав на которую у вас формируется Excel-таблица, в которой вы можете посмотреть логины Telegram, да, вашей всей команды, которая полностью идет в глубину. Соответственно, посмотреть, какие донаты сделаны, на каких статусах ваша команда находится, и, возможно, с кем-то связаться, да, чтобы, ну, по каким-то вопросам, допустим, кому-то нужна помощь, и так далее. То есть все это здесь есть, все автоматизировано максимально в нашем боте, и функционал данного бота, он будет постоянно улучшаться, расширяться. Но уже сейчас, буквально вот мы стартовали вчера, да, это был такой даже предзапуск, это еще даже не предстарт и не старт, друзья. У нас еще все в таком режиме находится, когда основные функции, которые позволяют выстраивать команду, которые позволяют зарабатывать, заводить деньги, выводить деньги, уже работают. То есть уже можно данный бот использовать для заработка денег. И, соответственно, большое количество людей прямо вчера уже, то есть сегодня ночью и сегодня утром и днем, да, уже зарабатывают хорошие деньги. Да. Лидеры, которые увидели данную возможность, да, восприняли ее правильно, позитивно, начали рекомендовать другим людям, они видят, насколько быстро все происходит, как здесь можно быстро зарабатывать. Движемся дальше. Что у нас есть, какие разделы, которые сейчас уже работают? Есть раздел «Донаты». Донаты – это что такое вообще донат? Давайте поговорим об этом. Донат – это добровольное пожертвование либо подарок. В основном это слово «донат». Оно используется в блогерской среде, среди стримеров, блогеров, то есть тех людей, кто, соответственно, делает различный контент на различных площадках. Допустим, на YouTube, если у вас есть канал, допустим, да, вы делаете какие-то видео, возможно, образовательные, возможно, там развлекательные, что-то стримите, игры, например, можете какой-то контент по бизнесу делать, вы можете от подписчиков принимать донаты. То есть есть различные сервисы, например, Kiwi Донат, Донат есть в YouMoney, да, и много других сервисов, с помощью которых подписчики ваши, да, могут вам отправлять живые деньги, рубли, да, к вам, а вы можете их выводить. То есть донаты, они, если по закону, да, открыть, вы можете вбить, например, донаты, налоговое обложение и так далее. Это переводы между физлицами. То есть одно физлицо другому физлицу переводит донат. Но здесь важное условие. Все донаты, они совершаются в общественно полезных деятельности. Да? То есть, соответственно, что здесь имеется в виду? Когда блогеры получают донаты, они, это на них накладывает определенные обязательства. То есть они, если налоговая у них спросит, что это, ну, что за донаты, откуда вот вы получаете платежи, они должны по факту показать, что я делаю контент полезный, например, образовательный, по бизнесу, возможно, развлекательный контент, чему-то обучаю и так далее. То есть, получая донаты,
на блогера, да, ну и в данном случае на наше сообщество, если вы получаете донаты, на вас это накладывает определенные обязательства. То есть какого характера? Обязательство быть полезным, обязательство создавать полезный контент. То есть вы можете для сообщества iBlogger создавать полезный контент. Что это имеется в виду? Это, возможно, какие-то видеотрансляции, встречи, вот такие, как мы сейчас проводим. Это, возможно, какие-то презентации. Это обучение, да, по технической части. Это обучение по построению команды, по каким-то лидерским моментам. То есть, получая донаты, друзья, важно понимать, что вы получаете определенную обязанность вместе с этими деньгами, то есть быть полезным сообществу. Соответственно, как у нас те люди будут пиариться, да, скажем так, кто записывает контент. Мы будем помогать этим людям выстраивать, скажем так, ну, правильный контент, да, который будет интересный, полезный. Ну, будет некий контент-план буквально в течение нескольких дней, то есть на следующей неделе уже будет контент-план с темами, на которые вы, сообщество, да, iBlogger, сможете записывать видео. То есть то, что необходимо для развития сообщества. Соответственно, в чате у нас уже там около 1000 участников. И из этой 1000 я вижу большое количество знакомых, друзей, да, которые в интернет-бизнесе уже преуспели. У них уже есть навыки. Соответственно, там, ну, условно 50 человек берем, которые имеют свои ресурсы, которые умеют записывать контент. То есть, ну, видеоролики непосредственно, да. А по контент-плану, по определенным тематикам, да, эти люди делают контент, отправляют этот контент админам iBlogger, да, то есть тем людям, кто управляет чатом, кто управляет сообществом, и мы выкладываем на наших информационных ресурсах эти ролики. И задача какая? Задача всего сообщества, чтобы вы брали и обучались. То есть задача максимально быстро разобраться во всем. А как это сделать? Через контент. То есть вы изучаете эту информацию, то есть взяли, посмотрели ролик, да, какого-либо из наших подписчиков, да, то есть кто у нас в сообществе есть. Посмотрели ролик, да, получили полезную информацию, в каком-то вопросе разобрались, поставили лайк, подписались на канал, чтобы получать еще дополнительно информацию полезную. Написали комментарий. Не просто комментарий, вау, круто, классно, а какой-то именно, ну, полезный комментарий. То есть какие-то свои измышления, да, какие-то мысли, свое отношение к этому контенту, что понравилось, что не понравилось. Возможно, какие-то у вас возникли вопросы дополнительные. Да, и, соответственно, тот, кто записывал это видео, он в следующем своем ролике уже на эти ваши вопросы ответит. Что мы получаем, да, вот за счет вот этой синергии, да, когда одни люди, кто уже умеет делать контент, они это делают. И те люди, кто еще пока не научился, да, это делать, но хочет развиваться, кто хочет выстраивать огромные команды, мы получаем такую win-win стратегию. Да. Первые, они продвигаются, то есть они в топе, ранжируются в топе YouTube, выходят в рекомендованные видео, получают дополнительный трафик, получают дополнительное внимание, да, и, соответственно, у них появляется дополнительная мотивация еще активнее включиться в процесс. А у тех людей, кто еще пока обучается, они как раз на живом примере обучаются, как можно делать контент, да, а видят, что это в принципе просто, доступно, что может делать абсолютно любой человек, будь то молодой, там более взрослый, да, там пожилой человек, то есть может абсолютно любой человек сейчас генерировать контент в любых количествах, да, и выкладывать его на свои ресурсы. То есть таким образом ценность нашего клуба будет постоянно увеличиваться. Будет больше и больше людей приходить к нам в команду. Тем самым каждый из вас сможет еще дополнительно зарабатывать. Каким образом? У нас есть 12 площадок. Вот как раз здесь открыто. Это B1, стоимость площадки 100 рублей. B2 – 200, дальше 500 рублей, 1000, 2, 5, 10 тысяч, 20, 50, 100, 200, 500. 12 площадок. В каждой площадке есть 30 мест. Это так называемые матрицы, то есть это такой партнерский маркетинг, в котором есть какие преимущества. То есть когда ваши вышестоящие партнеры, да, цепочка, скажем так, партнеров вверх, кто там друг друга, кто приглашал в наш клуб, соответственно, когда они активно ведут свою деятельность в интернете, под ними заполняются вот эти площадки, то есть места в этих площадках. И, соответственно, вы... Когда у вас появляется кто-то в какой-либо площадке, получаете от этого 5%. То есть не обязательно, что вы этого человека лично пригласили. Он может к вам стать переливом,
И, соответственно, вы от этого, от каждого, кто под вами, да, в 30 местах, да, будете получать по 5% от этих сумм. Соответственно, какая здесь задача? Задача, особенно на этапе старта, особенно если вы активный участник, да, если вы хотите зарабатывать, активировать задачи максимальное количество площадок. Как это можно сделать? Это можно сделать двумя, по сути, способами. Можно просто взять сумму денег, да, если она у вас есть, и отправить донат на вот эти суммы. Да, 100 плюс 200 плюс 500 и так далее. То есть здесь вы сами уже решаете. Это первый момент. То есть если сумма есть, то можно занять места и свободно потом в таком более лайтовом режиме работать, зарабатывать и так далее, получать донаты от команды вышестоящих и от команды, соответственно, нижестоящих. Если особо денег нет, то рекомендация такая: заходить на какое-то количество статусов, да, на какое-то количество площадок, да. Моя рекомендация — заходить минимум на B6, это 8800 рублей, да. И с этого старта, то есть, ну, сделали на 8800 рублей донатов, заняли места в 6 площадках и свободно, спокойно, да, когда на такой вход заходим, надо неспокойно, особенно если сейчас идет еще предстарт, то лучше наоборот ускориться, то есть по максимуму до Нового года осталось буквально там 13 дней. Но, друзья, поверьте, за 13 дней с этим маркетингом, с этим ботом можно заработать очень хорошие деньги, да, к Новому году подарить, положить под елочку подарки своим близким, да, накрыть стол и какие-то даже до Нового года уже цели, мечты, задачи выполнить. Соответственно, здесь у нас максимально все демократично. То есть начинается все со 100 рублей. Даже, друзья, если у вас вообще все печально, ну, такое бывает. У меня даже бывало, да, то есть, ну, какие-то моменты, что переходные, да, там из одного проекта в другой переходишь, там, ну, особо денег нет. Здесь у нас можно вообще, даже на самом деле можно начать вообще бесплатно. Маркетинг сделан таким образом, что вы можете бесплатно зарегистрироваться в боте, взять ссылку и начать приглашать людей. Но единственный момент, что вы будете получать всего по 45 рублей, 45% с первого доната. Как только у вас 100 рублей накопится, у вас автоматически активируется подписка, и дальше уже вы можете постепенно двигаться по донатам. Но такая стратегия, она как бы очень медленная. То есть лучше максимальное количество матриц, да, максимальное количество площадок открывать сразу, и, соответственно, получать и переливы при условии, что у вас вышестоящие активные. Но если, опять же, вы максимально активны, про переливы, я думаю, друзья, многим понятно, что следует забыть. Если вы активные, то вы сами можете эти переливы организовать в вашей команде, тем самым смотивировать вашу команду на более активные действия. Итак, думаю, здесь понятно. Если непонятно, то еще в чате вы можете дополнительно задать вопросы в нашем командном общем чате. Дальше мы сделаем такой, ну, подборку ответов, да, вопросов основных, которые возникают у нашего сообщества. Вы сможете ее скидывать в свои чаты своим новичкам и так далее. Здесь, я думаю, понятно. Все транзакции у нас моментальные. Как только кто-то по вашей рекомендации активирует у вас тот или иной статус, вы моментально, если это ваш личник, получаете 45%. Это очень жирно, друзья. Если кто-то у вас заходит, например, там, на 8800, вы сразу же получаете там около половины, да, то есть, а вернее точно половину, потому что 45% за личку и 5% за места в матрицах, в ваших площадках. Вы получаете моментально 50%, то есть от суммы этих донатов. То есть человек сделал донат, вы 50% получили, то есть это очень классно. Дальше, он включился в процесс, вы получаете по матрицам, по площадкам, да, и также у нас еще есть третий вид бонуса, называется он командный, он маленько такой замороченный, не сразу приходит понимание, что это такое, но те лидеры, с кем мы вот на эти дни общались, да, кому я показывал этот бонус, они, им он очень понравился, то есть как он работает, на словах пока расскажу, то есть слайды у нас сейчас доделываются, чуть позже будет информация со слайдами. А когда кто-то у вас в вашей команде в площадках, да, в матрицах, там, B1 и так далее, там, B2, B3, B6, B7, активируется, система спрашивает, вот этот человек, который активировался, у его вышестоящего в матрице, кто 5 лидеров, да, 5 вышестоящих по реферальной структуре. И вот этим 5 лидерам идет начисление по 5% от суммы площадки. То есть
Если вы разберетесь, как этот бонус работает, если вы поймете, да, что здесь максимально выгодно, особенно на старте, когда человек у вас стартовал, ему максимально выгодно включиться в процесс и пригласить там 20, 30, 50, там 100 человек в первую линию, то есть чтобы запустить процесс. Если вы разберетесь с этим видом бонуса, вы поймете, что с помощью конкретно этого бонуса можно зарабатывать очень большие деньги даже с минимальных площадок. То есть вы, допустим, в процессе построения команды, да, даже с первой площадки, ну, в процессе, да, с одной площадки вы сможете заработать несколько десятков и сотен тысяч рублей, при условии, что у вас будет сеть строиться. Даже со 100 рублей. Это важно понимать. Не говоря уже о других цифрах, да, о других площадках более дорогих, да. Вот благодаря этому командному бонусу здесь можно зарабатывать миллионы рублей, да, и десятки миллионов. Но нужно начинать с минимального. Вообще, моя рекомендация такая, что зашли в проект в какой-либо, да, неважно, в наш, в другой, любой, заработайте какие-то минимальные деньги. Вот в нашем случае это одного человека на 100 рублей активировать ради того, чтобы протестировать процесс, как это все работает. Активировали, он получил, вернее, отправил донат, вы получили донаты, да, вам придут прям сообщения там. Вы, ваш подписчик отправил донат, вы получили там 45 рублей, например, 5 рублей по матричному бонусу, 5 рублей по командному бонусу. Попробуйте эти деньги сразу же вывести на пэйр, то есть протестировать процесс весь, чтобы у вас был личный опыт. Это надо делать абсолютно в любом проекте, чтобы у вас был личный опыт, чтобы вы понимали, как это работает. Когда вы на собственном опыте убедились, что это работает, к вам придет как бы аппетит, да, вы захотите большего. То есть, ну, вывели там, условно, 50 рублей протестировали, да. Теперь ставьте цель заработать 500 рублей. Дальше 500 рублей заработали, ставьте 1000 рублей. Не надо сразу ставить миллион рублей, да, там, вот, там, все. То есть, ну, обычно надо вот с простых моментов. Наша дофаминовая система работает таким образом, что нужны какие-то минимальные подкрепления. То есть сделали шажок, результат. Вау, классно. Вывели, все, протестировали. Поставили там чуть большую цель. Там 500 рублей за следующий час заработать. Да, там обзвонили друзей, знакомых, либо записали контент на эту тематику. Заработали 500 рублей. Сделали там еще какой-то контент, какие-то минимальные действия, заработали 5 тысяч, 50 тысяч и так далее. Я знаю, что за вчерашний только день уже есть партнеры, которые заработали 20, 30, 50 тысяч рублей, друзья. Только тема стартовала, уже есть такие ребята. Движемся дальше. Что есть еще? Классная кнопка у нас есть, называется продвижение. Нажимаем на продвижение, здесь появляется баннер, текст, ваша реферальная ссылка и кнопочка, в которой также вшита ваша реферальная ссылка. Вы можете взять эту ссылку, поделиться со своими друзьями, знакомыми. Но только, друзья, призываю вас не спамить. За спам мы будем жестко блокировать, удалять, если будут такие ребята, кто будет вредить по факту в первую очередь своему бизнесу, а во вторую очередь нашему бизнесу. То есть нельзя спамить. То есть это уже старые методы, которые вообще никак не работают, вызывают только агрессию, негатив. То есть вас могут заблокировать друзья, знакомые и так далее. Позвоните лучше, скажите, что есть классная тема, хочу протестировать, да, там, отправьте им ссылочку, они нажмут старт, можете даже отправить сами им 100 рублей, 100 рублей, кстати, активируется автоматически подписка, вы как только внутренним переводом отправили 100 рублей, у человека активировалось, вы сразу же получили 50 рублей обратно, цена лида 50 рублей, кто понимает, о чем речь. Соответственно, в этом разделе будут баннеры различные, продающие с краткой информацией, опять же, с вашей ссылочкой, с вашей кнопкой, опять же, в ней ссылка есть. Можете вот так нажать на кнопку и, соответственно, отправить друзьям, знакомым, которым вы предварительно уже позвонили и пообщались. Либо эту ссылку вы можете разместить на каких-то своих ресурсах, допустим, под своим контентом полезным, да, по презентациям, iBlogger и так далее. Я думаю, здесь тоже все понятно. Ссылочка у нас находится в разделе продвижения. Далее, раздел обучения. Здесь он, еще этот функционал еще находится в разработке, то есть в наполнении. Но в чем здесь идея? Когда вы отправляете тот или иной донат, у вас в разделе обучения будет открываться различная закрытая информация, да, которая недоступна тем, кто, ну, не сделал донат, да, и кто, например, на статусе free находится. Здесь будет по факту пошаговое обучение от практиков, от людей-экспертов, кто уже
умеет делать данный бизнес, кто, соответственно, владеет, да, то есть у кого классные результаты, кто умеет передавать навыки и знания. То есть вы сможете, вы и ваша команда сможете пошагово обучаться, развиваться и выходить на достойный результат. Здесь я тоже думаю, все понятно максимально. Дальше. Кнопка бизнес-наставника. Это тоже функционал сейчас находится в разработке, но я расскажу, что здесь будет. Кстати, вот этот функционал, который сейчас вот здесь будет, это все будет до Нового года. То есть буквально 10 дней, и все это появится в вашем боте. То есть ничего даже каких-то действий специальных не надо будет делать. Просто кнопку нажали, она уже заработала. Все анонсы запуска новых функций мы также будем проговаривать в наших чатах, делать еще дополнительные образовательные ролики на эту тему. Итак, что такое бизнес-наставник? У большинства людей, которые приходят в iBlogger, уже есть какие-то проекты. Уже есть проекты у кого-то по здоровью, у кого-то есть криптовалютные проекты, у кого-то есть инвестиционные какие-то, у кого-то есть ну, много чего. Сейчас на любой вкус и цвет, то есть к любому сетевику, партнеру по бизнесу обратись, он тебе скажет, что у меня там вот это есть, то, вообще много чего есть, заходи куда-нибудь. И мы решили сделать такую функцию, благодаря которой ваша первая линия подписчиков, то есть те люди, кто зарегистрировались по вашей ссылке, когда они нажимают на эту кнопку, они будут видеть посты, информацию о тех бизнесах, которые у вас есть дополнительно, помимо iBlogger. Как это можно будет сделать? Вот в кнопочке «Настройка» есть такая «Мои проекты». Вы сможете заполнить информацию о тех проектах, которые у вас уже есть, да, и люди, которые будут в вашей первой линии, то есть ваши подписчики, нажимать кнопку «Бизнес-наставника», они будут эти проекты видеть. То есть будет картинка, текст, кнопка с вашей реферальной ссылкой на тот или иной проект. И ваша команда, ваша первая линия сможет зарегистрироваться в тот или иной проект, который, допустим, им понравился. Дальше что они делают? Они также заходят себе в настройки. В моих проектах размещаю, допустим, этот же проект, в который только что зарегистрировался, и уже их первая линия видит в кнопке «Бизнеса наставника» эту информацию. Также здесь есть кнопочка «Рассылка», то есть будет возможность разослать информацию по своей первой линии. То есть это классный инструмент для продвижения, то есть для такой некой синергии, да, объединения. И это классный аргумент, чтобы подключать сетевиков к себе в команду. То есть показывать им, что у нас такой инструмент есть, что ты можешь использовать нашу платформу iBlogger для того, чтобы создавать, продвигать и монетизировать свои проекты. Продвигать, монетизировать свой контент. То есть здесь мы обучаем, то есть передаем навыки, помогаем человеку раскрыться, помогаем ему создать свои проекты, если такая у него есть задача, цель стоит, да. Мы помогаем продвинуть те проекты, которые уже есть с помощью нашего сообщества. И мы помогаем монетизировать тот контент и те проекты, которые уже тоже есть, но они, например, там не монетизируются еще у человека. То есть это все можно делать будет через нашу партнерскую программу. Я думаю, здесь тоже все максимально понятно. Кнопочка. Так, один момент. Кнопочка. Мы рекомендуем. Что здесь будет добавлено? По этой кнопке будут добавлены полезные ресурсы на разные темы. То есть будут обучающая информация по полезным программам. По монтажу видео, по созданию баннеров, каких-то еще моментов. То есть что может пригодиться любому человеку, кто зарабатывает в интернете. Также я хочу сюда добавить информацию на такую социальную тематику, как избавление от зависимости. Многие сейчас люди ищут информацию, как максимально эффективно избавиться от так, привычки курить, там, выпивать и так далее. То есть как избавиться от долгов. Я знаю одну методику, благодаря которой это можно будет сделать максимально быстро, в кратчайшие сроки. Ну, вот непосредственно, допустим, есть такой легкий способ бросить курить, который я хочу рекламировать, потому что благодаря которому я, в свою очередь, перестал курить, то есть уже там более полутора месяцев нет никакой тяги абсолютно, то есть желание, то есть пропало полностью. То есть я знаю метод, благодаря которому можно избавиться от таких зависимостей. Почему я хочу такую социальную тематику создавать, развивать? Потому что мне уже 35 лет и охота что-то делать полезное, то есть как-то общество вокруг себя
улучшать. То есть, чтобы я хочу наблюдать вокруг себя трезвых людей. Хочу, чтобы они там не были без различных вредных привычек. То есть я хочу вокруг себя аккумулировать такое общество. То есть тех людей, кто развивается, кто творческий, да, кто что-то создает, кто что-то улучшает, да, так же, как я, то есть как и другие люди вокруг меня что-то создают. То есть я хочу развивать вот такую социальную тематику. Я думаю, что это также увеличит статус, да, нашего клуба, когда люди здесь могут не только зарабатывать, не только что-то создавать, какие-то проекты, но также могут избавляться там, от каких-то вредных привычек, становиться лучше. Их качество жизни, их ощущения, их здоровье будет становиться лучше. Также сюда планирую добавить. Это все будет постепенно. Есть большое количество ребят, кто эту тематику также поддерживает. Есть блогеры, да, которые топят, скажем так, за трезвый образ жизни. И, соответственно, эти люди также будут приглашаться, чтобы они это развивали. Это все будет на отдельных ресурсах, то есть будут созданы отдельные телеграм-каналы, телеграм-чаты, да, то есть по этим тематикам. Поэтому кто хочет, может также получить информацию, как, допустим, сделать свою жизнь лучше, избавившись от тех или иных вредных привычек. Друзья, в принципе, это все функции, которые есть в нашем боте. Понять его, что здесь есть, как это все работает, максимально просто. То есть здесь нет какой-то огромной информации, большого объема там страниц презентации. То есть наша презентация, она будет занимать там около 5 страниц, и там все будет. То есть полностью от и до будет короткие ролики сделаны, да, продающие, с помощью которых вы сможете выстраивать огромные сети. Будет постоянно создаваться контент, обучающий, познавательный, развлекательный, да. Будет это все создаваться нашими подписчиками, нашими экспертами, то есть нашим сообществом. То есть, друзья, я призываю каждого из вас быть полезными, прежде всего, да, для своего окружения, быть полезным для клуба. И тогда, вот, когда вы будете полезным, когда вы будете отдавать, помогать друг другу, у вас пойдет такой правильный, скажем так, поток, да, через вас, и будут разные блага приходить в вашу жизнь, будь то деньги, будь то какие-то классные друзья, отношения, да, для кого-то, то есть сейчас это актуально. Начните быть полезным, начните отдавать, то есть суть нашего проекта – это делать и получать донаты. Но, друзья, донаты, они накладывают на каждого, кто их получает, обязательства. По закону вы должны вести полезную деятельность, общественно полезную деятельность. Соответственно, в нашем случае это создавать контент. Создавайте контент, обучайтесь, делитесь этим контентом со своими друзьями, знакомыми, с нашим сообществом и зарабатывайте вместе с клубом iBlogger.